Ассаламу алейкум, уважаемые братья мусульмане, братья киргизы, братья таджики, братья узбеки. Я настолько я знаю наши молодежи, как в Москве, именно в России находится, все по-любому любят носить свой флаг именно на футболке, там в кепке бывает. А я бы хотел вам рекомендовать наши братья в Грозном, именно в Чечне, находится офис, короче, офис есть такой, вот, вот такие, например, с надписями, ручной ушивают, вот это уже ручной. А здесь, короче, по бокам это идет. Например, здесь можно сделать флаги, вот как свой дизайн просто скажете. Например, я выбрал вот эту кепку, например, вот этот дизайн. Если вы хотите, например, здесь Узбекистан, Таджикистан, Киргизистан делать. Я бы хотел что сказать. Например, по цене, если хотите заказать, по всему миру доставка есть. Именно сейчас, как наши партнеры там работают, наши братья в Грозном сейчас, именно они ручно ушивают еще. Короче, по цене я скажу, по цене. Всем интересно, по-любому, сколько стоит эта кепка. Ты заказал, например, думаешь. Это, короче, передний стоит, вот это с сабр и с этим, короче, передний эмблема стоит 1200 рублей с доставкой. Именно мне прошел вот такой с доставкой из Грозного в Москву именно. Если вы в другом области живете, то же самое цена будет. Еще второй уже один, это, например, перед эмблема и боковой эмблема. Уже это 1500 рублей получается. А с боковым, например, флаг и надпись там. То же самое с доставкой 1700 рублей будет. Третье, уже оба в боком, например, здесь Таджикистан, вот здесь, например, свое имя делаете. Это уже стоит 1800 рублей. С доставкой там 2100 рублей. Я бы хотел порекомендовать, если хотите заказать, просто мне в описании оставлю свой инстаграм, заходим, просто скажете, например, какой вам интересно, например, с эмблемой, например, передняя, просто вам сказал, цены разные, например, передний или задний, там просто свой вкус, свой дизайн просто скиньте в сообщение, как обычно в инстаграме. Я просто почитаю, потом, короче, они отправляют. Нашим братьям сделают заказ, они вам ко мне пришлют эти товары, все нашим братьям, которые если будет брать, я буду каждому здесь раздавать, просто вот как я сам буду, короче, лично ходить в руку вообще, если вы в Москве находитесь в метро рядом, просто я побегу, вам покажу, и вот, чтобы все люди посмотрели и узнали, это не наеб там всякие. Это бы вот, братья, если что, вы не верите, например, что многим интересно, просто сидит этот обманывает, думает, вот, даже вот, только что скрыл его, вот, написано вот здесь как раз, Мартиновский, чеченские гехи, ну, именно в Чечне, короче, это. Вы сами знаете, эти, например, в магазинах, короче, продают всякие вот такие, китайские всякие дешевки там, а это уже ручной ушито. С этим его нельзя стирать, нельзя паровать его вообще. Что хотите, то можно делать. Просто молодежь наша всегда любит под своим флагом ходить, поэтому решил с вами поделиться с этим видео. Уважаемые братья мусульмане, по-любому вам интересно будет это, потому что это очень красиво. Я красиво стоит или нет, просто в комментариях тоже напишите. Только заказал, поэтому. Вот, уважаемые братья, не забудьте подписаться и ставить лайк, и поделиться со своим близким, чтобы они тоже посмотрели и заказали. В описании тоже оставлю все цены на боковой, не боковой там, либо объясню в инстаграме все детально. Буду по голосовом, либо позвонить по инстаграму и буду вам заказать эти и вам отправлю по почте сам лично. Ассаляму алейкум, уважаемые братья, подписка, лайк, не жалейте вообще. Потому что этот канал для всех наших братьев, чтобы хором всегда был. Ну, здесь все собирались, миллион подписчиков, братья наши. Ассаляму алейкум, братья. Давайте, я вас жду.